Добро пожаловать на канал HardTransit Info. В этом видео я вам расскажу, как подключить колонку JBL Party Box к вашему Android-устройству. Для этого переходим в меню приложений и выбираем приложение «Настройки». Затем выбираем пункт «Подключенное устройство Bluetooth». После этого выбираем пункт «Добавить устройство». Убедитесь, что ваша колонка включена. И в списке «Добавить устройство» будет ваша колонка. Нажимайте на нее. И нажимайте «Добавить». И наша колонка подключилась к нашему Android-устройству. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!